Работайте, братья. Акция солидарности под таким названием прошла по всей стране. Именно эта фраза стала последней в жизни полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова. Он под угрозой расстрела отказался выполнить требования боевиков призвать своих коллег уйти со службы. Станислав Колесников продолжит. Магомед Нурбагандов погиб от рук боевиков 10 июля этого года. О его подвиге стало известно после того, как группа террористов была уничтожена сотрудниками спецслужб. Указом президента полицейский был удостоен звания Героя России посмертно. В память о нем и в знак солидарности сотрудники МВД Дагестана инициировали общенациональную акцию под названием «Работайте, братья». 27 сентября к ней присоединились и белгородские полицейские. На сегодня это не только предложенное сверху, а действительно поддержанное личным составом, то, чем мы можем поддержать тех ребят, которые на сегодня выполняют служебные боевые задачи на Кавказе, и тех, кого с нами нету, кто отдал свою жизнь, защищая интересы народа, интересы людей, выполняя требования присяги. Более сотни сотрудников полиции, дорожно-патрульной службы, вневедомственной охраны, курсанты юридического института, бойцы ОМОН собрались у здания городского ГИБДД на торжественное построение. Минутой молчания они почтили память своего коллеги. Для нас, как для сотрудников правоохранительных органов, данная акция важна, так как на примере наших коллег, которые совершают героические поступки во время борьбы с терроризмом, наверное, эта акция предназначена для освещения социального среди общества в столь тяжелый период времени. И, наконец-то, акция «Работайте, братья» дошла до белгородской земли. Будете работать? Конечно. Как? По всей строгости закона. Символом акции стали стикеры для автомобилей с фразой «Работайте, братья». Их сотрудники полиции приклеили на свои служебные машины. Помимо силовиков, к акции присоединились и обычные горожане, тем самым выражая свое уважение к подвигу полицейского. То, что совершил наш, можно сказать, даже земляк, россиянин, который не отказался от того, что ему предложили, от своей должности, и поступил, я считаю, что это патриотично. Акцию «Работайте, братья» помимо Дагестана и Белгородской области поддержали еще 8 регионов страны. В следующем году она повторится вновь 7 сентября. В этот день спецслужбы ликвидировали группу террористов и обнаружили видеозапись с последними словами дагестанского полицейского. Станислав Колесников, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.